есть вопрос к Марлен Шкандаль. Марлен, говорят, что украинская нация невероятно толерантная. Согласны ли вы с этим? Насколько вы чувствуете эту толерантность по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества? Ого. Знаешь, Юлечка, я скажу так. Если смотреть, с чем сравнивать. Если сравнивать, допустим, с Нью-Йорком, то, конечно же, нифига мы не толерантны. Если сравнивать, допустим, с той же Россией, то, конечно, толерантно. Во всяком случае, у нас совершенно спокойно работают как гей-заведения всякие. У нас даже, сколько я помню, в прошлом году, по-моему, гей-парад, да, какой-то прошел, охраняемый властями. Ну, такое что-то. Ну, что-то прошло, во всяком случае. Маленькое гей-шествие. Ну, маленькое гей-шествие. Я скажу так, я не то чтобы пропагандирую ЛГБТ, я пропагандирую свой образ жизни, свою профессию. Простите, если я вас раздражаю, можете отвернуться. Марлен Шкандаль – травестидіва, епатажний шоумен, багаторазовий переможець конкурсів краси. Справжнє ім'я – Олександр Данілін. Мультіособистість, яка відображає віроломну жінку на сцені, але залишається сором'язливим хлопцем в особистому житті. Мати епатажної особистості позитивно ставиться до творчості сина. Особливою рисою цієї людини є надзвичайна демократичність та здатність з порозумінням відноситись до поглядів свого опонента. Я вам скажу так, я не чувствую дискриминации на натуральной публике никогда практически. То есть я ездил вот недавно буквально, сейчас это зона АТО, в Мариуполе я выступал, и в Донецке я выступал, и в всяких таких маленьких городках, типа как Конотоп, там Керчь, и вообще, ну, по всей Украине уже поездил, и ну, ни разу не было никакой дискриминации. Хотя, конечно же, если, допустим, взять мой внешний вид в обыденной жизни, когда я снимаю сережки, снимаю накладные сиськи, то... Скажу, что на востоке Украины менее толерантная публика, чем на западе. Как это проявлялось? Ну, люди ходят, оборачиваются, понимаешь, на улицах. Особенно там в Донецке, Донецкой области. Во Львове, допустим, мне даже показалось, что там, даже быдло толерантное, интеллигентное. Я тебе серьезно говорю. Они так столько все вежливые. Ну, так оно есть, во всяком случае.